интернет в наше время – вещи настолько привычные, что сейчас даже трудно себе представить, как раньше вообще обходились без них. Телекоммуникационные компании наперебой предлагают свои услуги, и от того, услуги какого именно провайдера вы выберете, будет зависеть то, насколько приятным окажется досуг в компании любимого телевизора и компьютера. Компания «Видикон» предоставляет свои услуги рязанцам вот уже более 19 лет. Начиналось все с кабельного телевидения, которое на тот момент только появлялось в России, а в нашем городе это была первая компания, расширившая возможности телевидения для его жителей. Сейчас сеть «Видикон» охватывает все районы города, предоставляет услуги кабельного и цифрового телевидения, обеспечивает широкополосный доступ в интернет и защищает наши дома домофонами. А общее число абонентов на данный момент уже превышает 50 тысяч человек. Компания «Видикон» первая предоставила рязанцам телевидение в цифровом качестве. Абонентам цифровое телевидение доступно уже более 3 лет. А цифровое телевидение было запущено также на базе существующей сети кабельного телевидения, и любой из пользователей абонентов сети «Видикон» может уже воочию насладиться современной качественной картинкой телевизионных каналов, также подключить дополнительный пакет каналов и насладиться качеством телевидения высокой четкости. В нашей сети уже доступны телеканалы в разрешении Full HD со стереозвуком. Что также немаловажно, большинство каналов находятся в открытом доступе. Для современных телевизоров совершенно не обязательно покупать дорогое оборудование. Более 90 цифровых каналов можно просматривать свободно, без ограничений и без дополнительной абонентской платы. А для того, чтобы пользоваться цифровым телевидением, всего лишь нужно стать абонентом «Видикона». Постоянно расширяющийся телевизионный контент предлагает телезрителям новые актуальные каналы. Разнообразные пакеты позволяют удовлетворить телевизионные потребности огромного количества клиентов и настроить индивидуальный пакет каналов, удовлетворяющий любой вкус и телевизионные потребности. Интернет – незаменимая вещь в современном мире. Окунувшись в эту глобальную паутину, уже не хочется из нее выходить. На протяжении 2 лет «Видикон» обеспечивает широкополосный доступ в интернет. Каждый абонент «Видикона» может воспользоваться услугой беспроводного доступа на базе Wi-Fi, маршрутизатора или роутера, благодаря чему интернет очень быстрый. Отличительной особенностью нашего интернета является то, что простота использования. Существующая технология Plug and Play позволяет обычному пользователю получить доступ к сети интернет, просто вставив кабель в компьютер или маршрутизатор, или беспроводной маршрутизатор. Никаких соединений, никаких настроек оборудования делать не нужно. Услуга предоставляется сразу же. Кроме того, сеть построена таким образом, что каждому пользователю выдается уникальный белый IP-адрес, что позволяет использовать многие сервисы интернета, такие как торренты, системы файловых хранилищ, без ограничения скорости и дополнительных затрат. Компания «Видикон» борется за качество своих услуг, специалисты контакт-центра и техподдержки всегда готовы помочь своим пользователям. Итак, качественные, разнообразные, интересные и максимально доступные услуги, ориентированные на клиента. Приходите, мы будем рады видеть вас в числе наших абонентов. Увидеть 5 континентов за 1,5 часа, скажете, невозможно? Перед Новым годом самое время верить в чудеса. Королевский цирк Ги Эрадзе ломает все привычные стереотипы. Во-первых, масштабами. Для света, техники, костюмов и животных понадобилось 12 фур. В руках моих мир необычной игры. В них сила, опасность, моря, континенты. И те, что отважны, крепки и храбры, пройдут ее всю, опровергнув легенды. Не в каждом зоопарке просто увидишь белого африканского льва, лам, насух, тибетских яков или, например, оленя. А здесь они еще и работают в одной команде с людьми. Да еще как. Этого акробата зовут Ричард. Стой-ка. Он, как и многие собратья по вольеру, воспитывается в цирке практически с самого рождения. Для него выйти на манеж – это счастье. Он здесь кувыркается, бегает, прыгает, играет с этими мячиками. И он в это время, он просто играет, он кайфует, ему нравится реакция даже зрителей, и он понимает, что он артист, он звезда. Дрессировщиков звери воспринимают как вторых родителей, поначалу даже живут вместе с ними дома. Ричик, язык покажи. Молодец.
Это очень умное животное, он понимает слова, вы понимаете? Он делает такие вещи, причем он их выдумывает сам. Такого богатыря, конечно, в квартиру уже не возьмешь. А вот он с легкостью, как перышко, переносит артистку цирка Екатерину Плотникову. Он размером, я не знаю, вот как кроссовок на нашей обезьянке. И вырастает в течение 5 лет до вот таких размеров, как сейчас вы видели на манеже. Этот медведь носит на руках мою жену. Они выросли у нас дома. Они также на нас смотрят, как на родителей, как на маму, на папу. Кстати, именно Алексей Плотников отвечает за самые сложные эпизоды представления. Это аттракцион «Африка» с участием экзотических животных и цыганский табор «Рома», которому стоя аплодируют даже чистокровные цыгане. Новогодняя сказка «Игра» – это в первую очередь спектакль с единой драматургической линией. Огромное количество заслуженных артистов, хореографов, костюмеров, музыкантов и дрессировщиков приняли участие в его подготовке. Задача колоссальная – за несколько минут показать культуру, колорит и животных определенного континента. И при всем этом в центре внимания двое маленьких детей. По сценарию именно они путешествуют по стране, ломая хитрые планы коварного хранителя игры. Эй, Кирилл, вставай! В окошке вон как солнце светит ярко! Полежу еще немножко. Нет, идем смотреть подарки! А, подарки? Это тело. Блестки, ленты, мишура! Разрывай обертку смело! Тут какая-то игра! У нас в представлении участвуют двое наших детишек, 5 и 6 лет. Это Настя и Кирилл, которые являются главными персонажами нашей сказки. И которые, так скажем, ведут всю эту нить во время представления. Я буду артисткой цирка работать. Сам заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе признается, и этих детей выпускать на манеж не страшно. Они рождаются и растут вместе с питомцами, путешествуют с заслуженными родителями по городам и прекрасно знают, с какими животными шутить не стоит. Допустим, Ричард очень умный. Это человекообразная обезьяна, который может выполнить колоссальное количество трюков. От него и требовать можно большего. Если, допустим, это какая-то птица, взять там того же павлина. Павлин, ну, в интеллектуальном плане не очень способное животное, поэтому и требовать от него будем меньше. Шоу Гии Эрадзе давно и заслуженно признано самым крупным по составу животных в Евразии. Размах и правда королевский, несомненно заслуживающий знака качества. Вы славно справились, и храбрые сердца вернули радость детям всей планеты. Не поддаваясь на уловки подлеца, вы множество друзей нашли по свету. Рано или поздно в жизни каждого автовладельца наступает такой момент, когда необходимо обратиться в автотехцентр. Сегодня мы пошли в автотехцентр «Алмаз». Итак, первым делом автомагазин. Огромный выбор всего, чего только можно автомобильного. Явно не разочарует любого, даже самого привередливого автолюбителя. Здесь есть практически все. Если пришло время, в машине пора поменять масло, к вашим услугам даже несколько витрин. На одной масла, которые используются для автомобилей иностранного производства на дилерских станциях. Гарантийный период эксплуатации, кстати, на порядок дешевле. На другой широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел импортного и отечественного производства и охлаждающих жидкостей. Раз уж масло купили, значит, нужно выбрать еще и фильтр. В наличии постоянно имеются фильтры основных автомобильных брендов, продаваемых в России. А если вдруг нужного нет, в отделе иномарок есть стол заказов. Автотехцентр «Алмаз» нравится тем, что очень хорошее качество обслуживания, достаточно большой выбор товаров и услуг, предоставляемых населению. Поэтому всем рекомендую пользоваться автотехцентром «Алмаз». Еще одна витрина. Здесь глаза разбегаются от всевозможных щеток стеклоочистителей. Есть особенно актуальные сейчас спецщетки для зимнего периода эксплуатации. Зимние щеточки, чем они хороши, чем они отличаются от обычных щеток? Они имеют резиновый чехол, который закрывает механизм подвижный в виде коромысел.
То есть в любую погоду ваша щеточка будет подвижна, эластична, хорошо чистит стекло лобовое. Также есть серия бескаркасных щеток фирмы «Чемпион» со спойлером. Чем они хороши, чем они отличаются от обычных щеток? Здесь применена резиночка, включая графитные добавки. Она более эластичная, мягко очищает грязь. Спойлер работает как крыло самолета. То есть во время движения автомобиля воздух прижимает щеточку к стеклу. Что также важно, зимой есть специальные средства, благодаря которым не замерзают замки. А следовательно, вы ни в какой мороз не будете стоять на улице, безуспешно пытаясь проникнуть в собственный автомобиль. Ароматизаторы удовлетворят любой, даже самый привередливый нюх. А если вдруг в вашем авто перегорела или повредилась лампочка, пожалуйста. Широкий ассортимент автомобильных ламп различных конструкций. Как поштучно, так и в упаковке «Европолт», что не стыдно подарить на праздник. Здесь можно приехать в любое время, с утра и до позднего вечера. Мойка и магазины работают до последнего клиента. Это очень удобно. Для наших дорогих покупателей автомагазин «Алмаз» открыт с 7 утра до 23 часов вечера. Работаем каждый день, без обеда. Мы рады вас видеть в нашем магазине. Идем дальше, прямо по курсу станции технического обслуживания. Если вдруг ваш автомобиль захворал, здесь его непременно вылечат. Отремонтируют двигатель, коробку передач, подвеску. Если вдруг ваша машина едет как-то неровно, возможно, вам нужно отрегулировать сход-развал. Проблемы с колесами тоже не проблема. Прокатают диски, заменят и отремонтируют шины. Если нужно, заменят масло. Кстати, если масло куплено здесь же в магазине, то его вам поменяют бесплатно. В общем, работают здесь настоящие профессионалы. В нашем техническом центре можно произвести не только замену масла как отечественных, так и импортных автомобилей, но также к вам проявят индивидуальный подход в ремонте вашего автомобиля, как-то силовой установки, трансмиссии и ходовой части двигателя. И даже если ваш железный конь попал в нешуточную передрягу, не стоит отчаиваться. К вашим услугам кузовной ремонт любой сложности. Здесь и покрасят. Кстати, это один из немногих автотехцентров, где есть покрасочные камеры для микроавтобусов. И отполируют, и выправят вмятины. Оказывается, это можно сделать даже без покраски. И даже проведут стапельные работы. Если любите тишину, вам сделают качественную шумоизоляцию автомобиля. Хотите индивидуальности, можно оклеить кузов пленкой. Также на территории работает автоэлектрик, производится компьютерная диагностика автомобилей на современном оборудовании. Также у нас вы можете провести ремонт лобовых стекол, замену стекол, оклейка автомобиля шумоизоляции, оклейка кузова автовинилом. По-моему, автотехцентр «Алмаз» абсолютно оправдывает свое название. Итак, индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая ценовая политика, очень удобный график работы. Конечно же, мы ставим свой знак качества.